Мы живем в домах или квартирах, на земле Господь нас поселил. В этом грешном, развращенном мире хочет Бог, чтоб каждый свято жил. Кто-то дом построил по программе и мечтает, вот бы мне пожить. Только мы порой не знаем сами, как нам нужно днями дорожить. Покупаем мебель, гарнитуры, создаем удобство и комфорт. Все согласно стилю и культуре. Жизнь кружит нас круговорот. На земле хотим обогащаться и иметь машину поновей. С Богом нету времени общаться, и живем без близких, без друзей. Две работы и без передышки. Мы летим, бежим, как на пожар. Но а дома дочки и сынишки, в камине полыхает жар. Дети ждут внимания и заботу. Нужно их духовно накормить. Перед Богом важная работа — научить их свято в мире жить. Ты к земному сердцем привязался. Ты всем этим очень дорожишь. И в сетях так быстро оказался. И любовью к Богу не горишь. Полный дом добра и изобилия будет пуст, коль нету в нем Христа. Бог благословляет тех обильно, у кого жизнь праведна, чиста. Матери, отцы, от вас зависит атмосфера всей вашей семьи. Дети к Богу голос свой возвысят, если мир в домах храните вы. Чтобы в небесном доме оказаться, будем мир в земных домах хранить. Будем же за Господа держаться, Божьим спасением дорожить. Боже наш, Тебя мы умоляем, Ты пошли свою нам благодать. Мир в домах пошли, любовь взываем, чтоб Тебя, Спаситель, прославлять. Гнев и ссоры, распри и злоречья, о Господь, из сердца удали. Пусть в домах светится имя Божье, семьи наши Ты благослови. Аминь.